Всем привет! Данный видеообзор подготовлен специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru. На обзоре воблер от фирмы Lucky John из серии Pro Series, называется он Saika ATG. Этот воблерок разработан специально для ловли прудовой форели, а то, о чем сказано на лицевой стороне данной приманки, поэтому в своей линейке имеет очень яркие интересные расцветки, их более 10 штук, в основном оранжевые, желтые, яркие фиолетовые, яркие розовые цвета, но я вот подобрал такую более-менее неяркую для того, чтобы этот воблерок можно было еще использовать и для ловли головля, для ловли окуня, то есть для ловли форели он мне нужен в последнюю очередь, но моделька эта разрабатывалась именно для таких рыбалок. На лицевой стороне мы видим логотип фирмы, название приманки. Воблерок лежит на такой хромированной подложке. Фон в виде сверкающих молний. Выглядит все очень интересно. И также есть информация по приманке. Воблер плавающий, 35 мм, 2,5 грамма и заглубление до 2 метров. Но воблерок, в принципе, обладает такой солидной лопаткой, поэтому вполне можно поверить, что на быстрой равномерке до 2 метров он может уйти. Очень много информации на коробке, со всех сторон что-то сказано, что-то расхваливают. И также есть схематическое изображение, как работает система дальнего заброса. И сказано, что крючки здесь производства Японии. То есть два шарика перемещаются от носа приманки к концу, и тем самым вы получаете плюс-минус метр к дальности полета. Но так как воблерок, в принципе, совсем небольшой и весит всего 2,5 грамма, я думаю, система дальнего заброса очень и очень не помешает. Если видно, при перемещении данного воблерка в пространстве постоянно мерцает данный глаз, я же думаю, что он очень такой будет классной точкой атаки, его будет видно с больших расстояний, особенно в солнечную погоду, видно, как он ярко прям светится, горит. Очень классная разработка. Глаз сделан очень-очень необычно. Не часто встретишь. Бывают они голографические и тому подобное, но здесь он просто горит. Данный воблерок по внешнему виду напоминает, может быть, и какого-то личинку, и жучка, и малька. Ну, то есть можно представить все что угодно. Такую имеет изогнутую форму, форму банана, лопатка заостренная к концу, которая позволяет воблерку идти на довольно-таки существенных глубинах. По качеству покраски вообще никаких претензий нет. Во-первых, очень интересная расцветка. Не часто я такие встречал. И вообще, в принципе, линейка именно воблера Saika очень такая обширная, очень классные яркие цвета там, как и любит в основном форелька. Одинарнички, которые здесь используются, которые, как нам обещают, из Японии, имеют небольшую бородку, поддев не очень, чтобы такой солидный, ну, то есть здесь как будто бы напрашивается более такой крупный крючок, но, наверное, раз решили сделать такое, и это тоже будет ловить. Если будут какие-то проблемы, поменяю просто на тройнички. И одинарнички здесь крепятся очень интересно при помощи двух миниатюрных заводных колечек. Не знаю, для чего это сделано, так как чем длиннее и шарнирнее все эти соединения, тем больше всевозможных перехлестов. Но раз производитель так решил, будем сначала пробовать так. Будут проблемы с перехлестами, либо уберу средний, ну получается передний одинарничек, либо вообще поставлю два небольших тройничка. Но я думаю, для ловли окуня и голавлика данный воблерок мне шикарно подойдет. Ну а тех, кто ловит арийную прудовую форельку, я думаю, данный недорогой качественно сделанный воблерок тоже должен удивить. Lucky John Pro Series Saika ATG. Ну а на этом мой обзор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. Пока!